Да. На, протри вот это. Я тут все убрала зимнее, оставила под елочку, подсвечники ставила, все в золотом цвете, вечером зажигаем свечки, бутылочку оставила и фотографию поставили на столик. И здесь вот еще одна полочка голубого такого оттенка, не знаю, что вот эту вазочку сделать, положить, не знаю даже чего, потом приду. Зай. А еще надо бутылки еще считать. А? Бутылки считать. Что? Водилось быть в московском цирке. Никому, да? Вам повезло несказанно, потому что артисты московского цирка сейчас перед вами. Сейчас они вам покажут акробатический этюд. А именно, значит, я не просто сказал, не просто так взял, сказал, чтобы вы взяли то, что вы пьете. Позже ласточки, знаете? И пьем на брудершафт после ласточки. Итак, внимание, друзья, смертельный номер! Присаживайтесь. А сейчас мне потребуется два доблестных номера, номер 3 и номер 9. Где вы есть? Прям привезли мы цветочки из кафе. Сегодня у нас будет такой семейный круг, 6 человек. Вот, и мне еще пришлось, кстати, скатерть с Нового года мятая, так как я ее просто протерла, а ее надо чем-то выгладить. Я не знаю, чем. Кто знает, как эту скатерть выгладить? Напишите в комментариях, пожалуйста, потому что она очень мятая получается. Не очень красиво смотрится, но так как все свои, никто мне ничего не скажет. Ой, смотрите, какие лучики, солнышко. Сегодня так солнечно. У нас сегодня 6 лет с Сережей со дня знакомства. Вот. Здесь вот цветочки. Кстати, гофрированная бумага. Я ее полачила, чтобы она не выгорала лаком. И гофрированная бумага всегда впитывает все запахи. Мы когда пришли, несли цветы из кафе. Они очень пропахли едой, сигаретами, потому что на улицу дверь была очень близко. В общем, знайте, что если будете сдавать цветы в аренду, то они будут день выветриваться. Нужно их куда-то либо на балкон выставлять, либо в проветриваемое помещение. Здесь вот елочка у нас сейчас. Через 2 часика встретим всех гостей. Потом поедем к Сережным родителям Рождество справлять. Убираюсь, наконец-то убралась в спальне. Нам на годовщину 6 лет. Со дня знакомства у нас было 6 числа, 6 лет. Нам подарили вот такое вот постельное белье, бабушка моя. У нас одеяло раздельное. Мы как бы спим по двумя разными. И это у нас будет как легенькое одеяло мне. Одеваем под одеяльник. А там вот 2 белых просто. С белыми. Еще постельное белье внизу. Вон. А это просто как бы, когда днем лежишь, чтобы кровать не расстилать. Я сейчас как раз вот так вот и сделала, чтобы... Мы покупали вот такой белый плед. Я им обычно заправляю кровать. А если днем, допустим, мы отдыхаем, когда у нас выходной, то мы им укрываемся, чтобы не расстилась кровать. Очень удобно. Он такой мягенький. Тут решила, мне нужно, в общем, трубу, но мне нужно маленькую. Для маленького цветочка, вот который новый у меня. Вот этот вот. Сейчас покажу. Подготовки как-то расположились. Вообще неправильно. Вот. Вот. Вот цветочек, который я делала. И он очень маленький такой достаточно. Ну, он 30 сантиметров всего. Прям малюсенький. Вот. В общем, цвет не подходит к нему. Мне нужен вот тот цвет, вот он.
И плюс еще, если он такой большой ножки, очень смешно он смотрится. И вот этот весь выгорел уже оттенок за все лето. Мы им все лето пользовались этой ножкой. И листья уже такие вон помятые, не очень. Смотрите, очень легко снимается. Я уже 2 раза тут меняла. Вот так вот просто отдирается. Так, сейчас. Отдираете все это. И тут остается от клея такие капельки. Я беру нож или что-то острое, вот, на маленькой трубе. Что-то острое беру и просто отскабливаю. Очень легко отскабливать. А вот эта вот труба у меня меньше, чем вот эта. И если, допустим, у меня вот здесь ножка такая, что не сажается, вот. Видите? Я просто беру трубу поменьше, купила метр. Засовываю, приклеиваю, даже так держится. Все. И потом одевается, снимается, все очень легко и просто. Тоже как лайфхак вам на будущее. Вот, сейчас сниму и покажу, что в итоге у меня получится. И пока у меня Сережа тут приедет, я попрошу, чтобы он мне эту трубу разделил на 2 части, на 2 маленьких цветочка как раз. Хватит мне этой трубы. По-моему, это 26-я. Не знаю, какая не буду врать, я не помню, она у меня очень давно уже. Потому что очень давно его хотела, но все про него потом забывала, когда он дома купили. Еще мне нравится вот такой вот очень вкусный сыр. Так, что-то я ему еще хотела сказать. А, вчера в Ленте купила себе вот такой вот наборчик. Там овсянка, семена и джем. В общем, если, мне кажется, все перемешать, будет очень вкусно. По отдельности мне не понравилось. Я еще не скажу, что куплю дома, можно намного вкуснее сделать. И что я включила камеру, хотела бы вам показать. Мы купили машинку стиральную. И вот такую вот еще кофеварку. Так, сейчас. Мы покупали как-то в Окее, но там у нас бракованная показалась. По-моему, вам рассказывала. Вот это нам очень понравилось. Она есть в белом виде и черном. Похожа на утенка. Мы ее называем туалетный утенок. Вот, к ней вот такие вот капсулы подходят, вот такие вот, на ней даже нарисовано. А в магазине получилось так, что мы когда стали капсулы выбирать, я хотела либо Nesquik, либо что-то такое вот. Капучино я не очень люблю, у меня Сережа все выпил, потому что я не очень люблю. Сейчас я вам покажу. Сказали, что они подойдут вот такие, они намного больше, чем вот эти. Вот эти маленькие, там молоко и кофе. Ну, кто, у кого есть машинки такие, тот знает. Вот, а вот эти вот мы купили вчера, они не подошли. Мы даже вторую, там 2 таких упаковки мы не распаковывали, но ее можно открыть и просто себе сделать вот такой вот милк кофе. Ну, нормально будет. Потому что у нас ни у кого, у родственников нет кофеварок, и я не знаю, куда ее деть. Будем пить просто так. Ну, а вот она нам очень понравилась. Хорошенькая такая. Но дорогие вот, конечно, капсулы покупать каждый раз по 350 в Ленте, вообще 450 рублей, они это дорого. Вам заснять здесь такой бардак. Я пропылесосила всю елку. Пылесосила ее для того, что, потому что у нас были вот эти вот блестки из-под конфетти, вот эти были на елке. Верхушку я тут уже разобрала. Вот верхушка. А вот эта вот нижняя часть, она тоже разбирается с верхней. Они очень тяжелые. Я ее не стала разбирать, что Сережу. Хочу все убрать. Вот этот комод переставить туда, а сюда поставить вот эту вот красоту. Я сейчас доделаю еще один цветок. Сейчас я вам его покажу. Наверное, цветок все-таки раньше выйдет. Здесь вот, видите, в серединке не хватает как бы цветочка. Вот я сюда хочу цветочек сделать. Вот. В принципе, это все. И мне с ним осталось пару снежинок снять. Вот и скотч, потому что у меня нету стремянки. Мы возьмем родственников и снимем остатки.